добрались до Чернобаевки, не доезжая до Херсона 4 километра. Поворот направо, вот в ту сторону будет аэропорт. Есть автобус, ходит каждые 10 минут. Сейчас вот стоим, ждем. 101 автобус. Приехали в аэропорт Херсона. Доехали на маршрутке от трассы 3 километра за 5 гривен с человека. Такой маленький, миленький, уютный аэропорт. Внутри люди сидят, как на автобусной остановке. Надеюсь, все пройдет легко и быстро. Хотим в полет. Кушать ему. Идем на регистрацию. Самый минимум по багажу. Все, потому что нет трансфера. Ножками. По определенной траектории. Такая новая украинская авиакомпания Wizz Airlines. Желтенький самолетик. Так она новая. Нам уже сказали. Вмещает, я думаю, больше 200 человек, потому что на посадке было очень много людей. В очереди. Херсон, пока. Боин 737. Двухтурбинный, да? О, мы прямо на крыле. Самое безопасное место. Надо пристегнуть ремни. Время полета 2 часа. Рядом с нами припарковался самолет из России. Их уже тоже запустили. Сегодня у нас 25 июня. Летает Россия, по-моему, 22-го. Сейчас идем по автобусам. Самолет у нас был тест-тур, поэтому идем искать свой автобус. Аэропорт Анталии. Мы же в него прилетали. Довольно стандартный. Приятный, чистенький аэропорт. Сейчас заберем сумки и вперед на отдых. Ультра инклюзив. О, КТ. Турцы любят КТ. Вот такие картинки с изображениями достопримечательностей. Тоже можно сразу спланировать то, куда хочется. Обязательно. Вот эту достопримечательность посетим первой в Турции. Баночки уже не видно. Идем на получение багажа. По автобусам и вперед. На Ультра Инклюзив. Первый раз. В жизни. Ультра All Inclusive. Welcome to Antalya. Ищем нашего туроператора. И будем садиться по автобусам ехать в отель.
духовка, как и в прошлый раз. Только тогда было градусов 45, да? Да. Ну, сейчас 30-35, да? 36? 36, сказали. Ну, тоже неплохо. Остановка на сувениры, туалет и так далее. Тут целый рыночек. Там есть курс валют, но там очень шумно. Зашли в лавку сувениров. Ну, что такое? Покушать, перекусить и поехать дальше. Я думаю, мы подождем своего отеля и уже нормально поужинаем. Ну, да? Здесь, кстати, банки. Смотри, видишь, сверху фольга затыкнута вот на банках. А у нас так не делают. Кстати, да. Вот и Турция, меры. Кстати, хотела сказать по поводу, если сравнить с нашим аэропортом в Херсоне, здесь в аэропорту все чинно благородно. 2 метра между людьми соблюдается, везде красные линии. У нас только одни обозначения были, никто это не исполнял. Как пересекли границу. У нас текстильная прогулять. Здравствуй. Привет. Блогерам 30% на все товары. Спасибо. Проще указывать назад в комментариях, в описании. Обязательно. Как место называется? Медтур. Медтур. Так город, остановка? Это такая место, это именно остановка. Местность? Да. Медтур, остановка называется. Понятно. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Вот. Приятные улыбчивые продавцы. Никто не гонит. Это приятно. Сейчас отдохнем и поедем дальше.